Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересных силиконовых приманках от компании Savage Gear. Моделька называется LB Roach Swim & Jerk. Данные силиконовые приманки поставляются в такой вот довольно-таки качественной упаковочке. Внутри упаковки они находятся в таком вот, скажем, контейнере. Характеристики данной приманочки. Длина ее составляет 12,5 сантиметров. Вес каждой такой вот силиконовой рыбки составляет 18 грамм. И расцветка в данном случае Fire Tiger. Здесь при изготовлении используется несъедобный силикон. Изготовление здесь такое довольно интересное, сегментированное, то есть, как правило, у виброхвостов идет только сегментированный хвостик. Здесь же идет такой вот силиконовый, условно назовем его, составник, который разбит на три примерно равных сегмента. То есть головная часть, средняя часть туловища и хвостовая часть. Детализация здесь изумительная. Все вплоть до чешуек, все очень качественно отлито, плавники, ну и так далее. В принципе, я думаю, на видео хорошо это видно, что в плане детализации здесь очень и очень все отлично. Детализация, я не скажу, что сильно она влияет как-то на поклевки щуки той же, но когда сталкиваешься с такими вот качественно изготовленными приманками, во-первых, веры больше в них, во-вторых, ну, самому рыболову приятно пользоваться данными приманками. Это, конечно, не для всех, но мне, допустим, нравится, когда приманка очень детализированно изготовлена. Здесь имеются также вклеенные 3D-глаза. Составник очень эластичный за счет, соответственно, данных сегментов. Силикон в меру упругий. Конечно, вот единственный нюанс такой вот в этих сегментов, насколько долго их хватит. Если будут поклевки довольно хороших, скажем, щук, то возможны надрывы данного силикона. Но здесь опять же большой плюс, что силикон у нас не является съедобным, и он довольно-таки легко паяется, клеится, ну и так далее. То есть, в принципе, в условиях рыбалки можно его подремонтировать. Единственное, конечно, нужно наблюдать за состоянием вот этих сегментов. Если где-то идет уже появился надрез от щучьих зубов, либо надрыв, лучше сразу это все припаять на месте. Оснащение здесь, в принципе, небогатое подойдет для данной приманки. Это всевозможные спиральные фиксаторы. Фиксатор можно с огрузочкой здесь устанавливать. Также можно обычный спиральный фиксатор. Соответственно, дополнительные поводковые оснасточки здесь от фиксатора у нас будут использоваться, как правило, с тройными крючками. Либо здесь можно ближе, скажем так, к началу сегмента установить довольно-таки крупный двойник. Ну и, соответственно, вывести сюда основание, скажем, двойника, петельку, и установить шарнирный грузик в виде чебурашки. Либо можно просто использовать даже как неоружную резину данную рыбку. Довольно интересные приманки. Однозначно подойдут они, конечно же, для ловли щуки. Приманочки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Промокод у нас рыбалка34. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.